Миколаєві майже 20 років працює державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство. Воно складається з трьох основних відділів – медичний, протезний та адміністративно-сервісний центр. Пацієнтів приймають амбулаторно. Для тих, хто цього потребує, функціонує стаціонарне відділення. На предприятии существует еще стационарное реабилитационное отделение первичного и сложного протезирования. Это отделение рассчитано на 12 коек. Это пациенты, которые проходят курс первичного протезирования, когда получают первый протез. И для того, чтобы научиться на нем ходить, для подгонки, для регулировки протеза, находятся в стационарном отделении. И есть такое понятие, как сложное протезирование. В основном это пациенты с парными ампутациями конечностей, либо с какими-то сопутствующими патологиями, которые нуждаются в еще дополнительном особом подходе в вопросах построения протеза. Стационар рассчитан на 12 коек. Ежегодно по отделению проходит около 170 пациентов. Находятся люди на полном обеспечении, четырехразовое питание, полный пансион. Есть зал спортивный, тренировочный, в котором они проходят курсы физической реабилитации. Есть небольшое отделение физиотерапии. Мы не больница, мы не оказываем медицинских каких-то услуг, не проводим операции, но мы ведем медицинское сопровождение. Это реабилитация физическая, физиопроцедуры, лечебная физкультура, гимнастика, массажи и обучение человека пользоваться протезом, передвигаться на протезе, ну и его подгонка, регулировка. В среднем пациент находится в стационаре где-то 24 дня, но зависит от индивидуального подхода к человеку. Молодые, например, пациенты, которые осваивают ходьбу на протезе довольно быстро и активно, то могут находиться и неделю, и 10 дней. Если люди уже пожилые, ослабленные и с какими-то сопутствующими патологиями, ну, бывает и больше, и месяц, и полтора месяца может находиться человек в стационарном отделении. Предприятие державное, тому активно впроваджує социально значущі проекти. Предприятие сейчас активно занимается продвижением социальных проектов по предотвращению плоскостопия и сколиоза у детей. Отправляем бригады выездные по месту учебы в детские сады, в школы для предупреждения и профилактики заболеваний, детских заболеваний ортопедических, сколиоза, плоскостопия. Робота виїзної бригади виглядає наступним чином. До дитсадочка чи школи виїжджає група фахівців з відповідним обладнанням та проводить огляд дітлахів. При виявленні проблем проводиться сканування стопи. Навіть через колготки можна наблюдати, що ось зміщена, ножки уходять внутрі. От їх правильно. Анатомическое положение свода. Вот так оно должно быть. Приступаем к сканированию. Вот уже без колгот. Можно лучше рассмотреть патологию. Расправляем пальчики. Все. Твоя задача просто стоять. После сканирования изображения стоп выводится на экран. Можно детальнее рассмотреть патологию, по назначению написать уровень супинатора, пронатора для изготовления стельки. Вводятся данные ребенка. Причины все различные могут быть. Это быстрый рост, неправильная обувь, нарушение осанки. Также наследственный фактор может присутствовать. Хотя бы раз в год нужно планово проходить ортопеда-травматолога осмотр, чтобы заранее выявить подобные проблемы. Чем это грозит? Это артроз, хронические боли, деформация конечности, опять же, нарушение осанки. Страдают в основном это дети с раннего возраста. Бытует мнение у
среди травматологов, что нужно с рождения профилактически применять ортопедическую обувь, стелечки. Другой лагерь докторов придерживается, что до 3 лет вообще не надо туда лезть, так как стопа еще формируется. Родители должны обращать внимание, это однозначно, на ножки своих детей, чтобы потом в дальнейшем не иметь проблем. Взуттєва дільниця підприємства займається виготовленням індивідуального ортопедичного взуття будь-якої складності із використанням натуральних матеріалів, сучасної фурнітури та напівфабрикатів. На предприятии изготавливается ортопедическая обувь всех возрастных групп. Изготавливается обувь как зимняя, летняя, сложная и очень сложная обувь. Решается этот вопрос с обувью в течение 20 дней. На обувном участке 5 этапов производства обуви. Это модельеры колодок, то есть колодочный участок, где находится у нас большое количество колодок, которые мы подгоняем под особые мерки, под особые объемы каждого клиента индивидуально. После изготовления колодок, согласно заказу и модели, которые назначил врач для пациента, изготавливают уже модель этой обуви. Модель та колір взуття залежить від побажання замовника та відповідно анатомофізіологічних особливостей. Зборка верха обуви. Идет контроль качества предыдущих процессов, как и заказчика, как и модельеров. Вот. После пошива эта обувь переходит на участок затяжки обуви. После этого, уже когда обувь затянута на колодки, происходит технический процесс сушки. Нам установлена норма времени не более 20 рабочих дней идет на изготовление одной пары обуви. Чимало уваги на підприємстві приділяють жінкам, котрі перенесли операції з часткового чи повного видалення молочних залоз. Адже таким пацієнтам важливо правильно підібрати протез за конфігурацією, розміром та ваговими критеріями. На нашем предприятии уже около года функционирует кабинет по обслуживанию женщин после радикальной и частичной мастектомии. Мы выдаем протезы молочных желез. Значит, в этот комплект входит протез молочной железы, 3 лифа в исполнениях цветовых, черный, белый, бежевый. И компрессионный рукав по назначению. Значит, протезы молочных желез сделаны с высококачественного силикона, который имеет свойства очень сопряженные со свойствами молочной железы. Значит, он очень хорошо аккумулирует температуру тела. За счет своих качеств, это упругости, эластичности и свойств колыхаться, он очень хорошо смотрится в лифе. Женщина, когда идет в динамике, практически незаметно, что это протезик. У нас есть более 5 модификаций. Женщинам очень важно подобрать по форме модификации и весовой категории, потому что правильно подобранный протез – это не только косметическая процедура, это в первую очередь профилактика тяжелых заболеваний, таких как сколиоз, лимфостаз, искривление позвоночника. В комплект входит 3 лифа. Лифы изготовлены тоже из натуральных материалов. Они очень хорошо держат протез из-за того, что в каждом лифе есть кармашек, который удерживает этот протез. Значит, в комплект также входит компрессионный рукав. Компрессионный рукав, он идет только по назначению доктора, потому что не всем он положен. Вот. Компрессионные рукава тоже есть типа размерные. Мы снимаем объемные размеры руки и подбираем строго индивидуально. Есть левый и правый, а есть универсальные компрессионные рукава. Обычно мы, конечно, просим, чтобы доктора выписывали, потому что даже с целью профилактики очень нужная вещь. Даже если женщина поднимает чайник воды 3 килограмма, он уже ей как бы разгружает вес. Наших женщин мы обслуживаем комплектующих как отечественного производителя, это фирма «Ортес» киевская, так и немецкая фирма «Альма».
Вот у нас есть все типа размеры. Дорогие женщины, приходите, мы вас ждем. Мы вам будем рады помочь вернуть вашу привлекательность, уверенность в себе и насладиться жизнью в полном объеме. Ведеться выездная работа и у напрямку протезування. Кроме того, что пациенты обслуживаются на предприятии здесь у нас, еще существует такое понятие, как выездная медико-техническая бригада. То есть у нас есть график, расписанный на весь год, и один раз в две недели выезжает машина с врачом, с техником, с протезистом в районы области. И пациенты, которым тяжело, например, добираться сюда, в Николаев, они получают помощь нашу, обслуживаются по месту жительства. Наши пациенты, те люди, которые к нам обращаются, они обеспечиваются всеми изделиями бесплатно. Есть постановление Кабинета министра Украины номер 321 от 5 апреля 2012 года. И согласно этому постановлению определенная льготная категория людей получает наши изделия бескоштовно за счет средств госбюджета. То есть протезирование, ортезирование, ортопедическая обувь – это все идет бесплатно. Протези і ортези, що виготовляються на підприємстві, мають високі технічні характеристики, адже використовуються сучасні європейські технології та матеріали. Забезпечення технічними засобами реабілітації інвалідів останнім часом стало дуже актуальним. Державний бюджет передбачає чималі кошти на виготовлення технічних засобів реабілітації. Сьогодні в Миколаївській області проживає понад 60 тисяч інвалідів. Для отримання безкоштовного протезу знадобиться довідка від лікаря, Департаменту соцзахисту, індивідуальна програма реабілітації та паспорт громадянина України. Це проявляється у перенаправленні людей, котрі потребують допомоги не до цього спеціалізованого державного підприємства, а до приватних структур. Можливо, певні чиновники зацікавлені в цьому? Наразі ми проводимо журналістське розслідування з цього приводу. Отже, далі буде –